Как определить, что тыква вот созрела? Очень просто, как и арбуз. Вот бочок, где она лежит на земле, он такой желтый становится и уже как бы одубевший. Вот видите, желтый, несмотря на то, что там зеленый. Но это такой сорт, я повторяю. А здесь тоже вот она оранжевая, где на земле тоже, видите, вот такая одубевшая, как бы вот она тверденькая. И все. И дальше в тепло на хранение. Будет на целую зиму еды, еще излишки будет на продажу.